Out of sight, out of mind. С глаз долой и сердце вон. Out of blue, гром среди ясного неба, снег на голову, снег свалится. Out of common, незаурядный, из ряда вон выходящий. Out of the frying pan into the fire, из огня да в полымя. Out of the general run, из ряда вон. Out of the mouth of babes and sucklings, устами младенца глаголит истина. Out of the question, без сомнения. Out of the way place, медвежий угол. Out of the woods, вне опасности. Out of there, высосанный из пальца. Out of time, не своевременно. Out of town, за городом, за город. Out on, пародия, карикатурное изображение. Out of limp, в трудном положении, в опасности. Out of a horse, верхом на лошади. Outside price, красная цена. Outside the hotel, у входа в отель. Outster, увольнение. Out with him, вон его. Out with you, прочь отсюда. Over, перехожу на прием, а в радиосвязи. Over again, снова, еще раз. Over and above, сверх, вдобавок, кроме того, к тому же. Overhead and heirs in debt, в долгу, как в шелку. Over my dead body, только через мой труп. Over the hill, стареющий, уже не тот, что раньше. С ярмарки, тот, у кого молодость позади. Over the left, как раз наоборот. Over the topery, броскость в одежде и в поведении. Oh, what times, what habits. О, времена, о, нравы. О, whist, ради бога. Oyster State, устричный штат, прозвище штата Мэриленд. Ozark State, штат Озерских гор, прозвище штата Миссури. А в двух словах, без английского языка, как без компьютера. Вы не обязаны быть хакером, как Кевин Митник. Так же самое вы не должны быть обязательно таким полиглотом, допустим, как Каталанд. Каталанд – это женщина с Венгрии, которая выучила самостоятельно 16 языков, только не в таком стиле, что там 500 слов по-турецки, 1000 по-малазийски, а на рабочем уровне, что она даже переводила на ООН и, представьте себе, с японского. Почему она это сделала? И хотелось утерти нос конкурента. Если вас гнезет желание переплюнуть, то надо выучить английский. Высшее образование у каждого второго. Меня поражает, вот при Советском Союзе было 170 студентов на 10 тысяч населения. Сейчас, как ни смотри, то каждый 20-й студент. Это неправильно. То есть, что можем сказать? Школьный диплом, да и университетский, это bullshit. Он никого не волнует. One can't care less about it. Вот что надо, это fluent English. If you know English, you are successful. Зная английский, вы будете на гребне волны. Я, репетитор по скайпу, Smart Teacher 197, смогу дать этот результат.